Яркие сценические образы, многоголосие и удивительные люди – все это народный ансамбль чувашской песни «Родники Агидели». Свою историю коллектив ведет с 1997 года с легкой руки Иды Тихоновны. Песни мы поем народные, эстрадные, сами ищем репертуар. Слушаем песни наших бабушек, слушаем, ищем в интернете, у родственников. Поэтому песни у нас очень разнообразны по тематике. Но основная тема – это наши родственники, наша родня, дружба, встреча за праздничным столом. Основная цель нашего коллектива, конечно, это пропаганда чувашской песни, чувашской культуры, чувашского языка, чувашского национального костюма. И сегодня вот даже на концерте мы представим два костюма. Один старинный чувашский костюм, он в клеточку, и более современный костюм уже это белый с красной вышивкой. С первых дней своего существования коллектив дарит зрителям яркие впечатления и позитивные эмоции, заряжает энергией и оптимизмом. За четверть века пройден путь, которым по праву можно гордиться. Для нас сцена – это открытие, наверное, собственной души, получение заряда бодрости, какого-то удовлетворения. Ведь многие люди у нас не имеют никакого музыкального образования и работали очень далеки от искусства. И вот сейчас они раскрываются, показывают свои способности, учатся и петь, и двигаться на сцене, и привлекают сюда и своих друзей, и знакомых. Сегодня в ансамбле 12 человек. Они все люди разных профессий, возрастов, характеров. У них разные судьбы, но всех их объединяет беззаветная любовь к народному творчеству и песне. Я с детства мечтала, когда еще у меня были вот подруги русские, все вот. Мечтала с детства научиться петь по-чувашски. Но в детстве у нас мама пела, но я как-то больно внимания не обращала. А потом, когда вот, ну как-то меня просто случайно услышали, увидели как, меня пригласили в ансамбль. И в этот ансамбль я сейчас уже хожу. В этом году мне будет осенью 10 лет, как хожу в этот ансамбль. Я сюда ездию из Дергана. Два раза в неделю. Я как на крыльях возвращаюсь отсюда. И сюда лечу на крыльях, потому что здесь очень интересно. Коллектив хоть и мал, но каждый на своем месте. Они живут одной дружной семьей, устраивают посиделки, чаепития. В ансамбле есть и мужчина, который является его украшением. В этот ансамбль уже где-то 11 лет я уже хожу. Как приехал после работы на севере, вот с ансамблем познакомился и хожу. Это ансамбль, интересно, проявлять себя, свои возможности дает ансамбль. А тем более последние два года, когда я похоронил супругу свою, ансамбль только вот этим как бы спасался. Пение, все, оно выручает. Музыкальное творчество коллектива и его солистов нравится слушателям всех возрастов. В репертуаре ансамбля старинные чувашские песни, гостевые, обрядовые, календарные, семейные. Они сохраняют бесценное фольклорное наследие чувашского народа, бережно и с любовью передают их следующим поколениям. Творчество коллектива отличает искренность исполнения, национальный колорит, самобытность и оригинальность. Где бы ни выступал чувашский ансамбль, его везде принимают тепло. Своими выступлениями чувашский ансамбль прививает любовь к народной песне, малой родине, своему народу, открывает многогранность и богатство национальной чувашской песни. Oh,
Народный ансамбль чувашской песни «Родники Агиделя» является украшением нашего города. Он радует своим творчеством, восхищая всех своим неиссякаемым оптимизмом, жизнелюбием и задором. Песни в исполнении ансамбля всегда тепло воспринимаются слушателями. Ансамбль ведет активную концертную деятельность. В его репертуаре чувашские народные песни, песни чувашских композиторов и поэтов. В программу включаются элементы обрядов. Коллектив принимает активное участие в всероссийском празднике чувашской культуры УЯВ, республиканском фестивале чувашской песни и танца «Салам». Без него не обходится ни одно праздничное мероприятие в городе. За эти 25 лет мы выступали на очень многих сценах нашей России. Мы ездили в Чебоксары, мы выступали в Татарстане, в Чебоксарах выступали, выступали в Ульяновске. Каждый год ездим на конкурс в Уфу. Конкурс проходит у нас национальные дни культуры в городе Салават. И, конечно, на всех городских мероприятиях, на всех городских площадках нашего города мы принимаем активное участие. Песня – самая богатая и развитая область устного народного творчества Чувашии. В ней отражаются все стороны жизни народа – и беззаботная веселость молодежи, и глубокие размышления старших поколений о смысле человеческой жизни, о обычаях, детали быта, особенности национальной эстетики. Лет творческой жизни народного ансамбля чувашской песни «Родники Агиделя» – это часть истории нашего города. Это люди и судьбы, это сотни спетых песен, но это лишь часть пути, и много еще впереди.